Народ, всем привет! Вот еду забирать мотор лодочный на 6 сил Хенкай. Позвонили с транспортной компании, сказали, мотор пришел. Неделю уезжал я в Астрахань. Там Теле 2 не берет у нас. Видео про то, как я ездил, будет. Там очень много видео. Все это обработаю, все выложу. Пока про мотор. Есть у нас мотор 2,5 силы. Вот тут вот видео, где мы на селигеры, сележаровки ловили. Машина пищалась. И мотор. Хидея 2,5 силы. Для троллинга за глаза. По-любому лучше, чем любой электромотор. Добавляешь полный бак, где-то 1,5 литра, даже, наверное, 300 грамм. Вот два таких бака хватает на весь день, с утра до ночи дорогнеть. Электромотор, мотор тает. Плавали. Все хорошо. Очень мне нравится он. Но, как говорится, надо расти. То есть, решили купить мотор помощнее. Потому что, в принципе, для троллинга и 2,5 силы мотор подойдет. Вполне неплохой мотор. То есть, если есть место, где вы знаете, что троллинга ловится рыба, и туда можно подъехать на машине, то есть лодочка, мотор и плавать. Ну, как говорится, бывают места, куда на машине проехать нельзя. Тогда туда нужно добираться на моторе. Ну, 2,5 силы мотор, плывет он где-то 9 км в час. Ну, было принято решение купить мотор помощнее. Заказали мотор в интернет-магазине. Ссылочку оставлю под видео. Пообщался я там с человеком. Очень хороший, отзывчивый человек, который продает эти моторы. Все мне объяснил, сказал, все, оплатил я, и мотор был отправлен. Отправлен он был с города Уссурийск, шел он порядка 3 недель. Ну, это нормально, это считайте через всю Россию. Сейчас вот заберем. Дальше все по инструкции. Все покажу, все расскажу, что за мотор. Потестируем его сначала в бочке. Потом, думаю, если погода нам позволит, не пойдет снег, сойдем еще на воду, поплаваем. Заодно половим троллингом. Потому что откат проходит на холостых практически оборотах. Ну а что просто так плавать? Можно и половить рыбу. Будет дальше, смотрите. Ну что, приехали мы, транспортная компания «Энергия». Заезжаем от ворота. Сейчас будем искать, где тут забирать мотор. И вот вывеска. Наверное, где-то здесь. Пойду сейчас скажу, узнаю. Везу мотор. Вот такая вот коробка у нас. Огромная. Стоп.
Я, по-моему, 9,9 покупал мотор, у меня такая же коробка была. Сюда. Тут что? Ты с ногами думаешь? По-моему, да. Вот так вот, еще туда. Вот так вот. Давай вот так. Что, сейчас мы будем распечатывать. А может, все равно нужно. Ну что, распаковываем. Вот под бак. Такой вот у нас мотор. Есть специальная выемка под бак. Ну, в этой комплектации. Бака нет. Вот какой-то лишь. А, это заливать масло. Так, это у нас ЧК. Здесь дополнительная веревка для стартера. Шпонка и охлаждение, да, по-моему? Угу. Шестерня охлаждения. Такая-то емкость. Разбавлять бензин. Дальше. Леечка, чтобы наливать бензин. И стандартно. Ремкомплект. Ну, ремкомплект я читал даже богатый, да? Mm. А эти пассатишки, два ключика. Ну, что, достаем сам мотор. Диман, он Ямаха тройка, я думаю, это такой посолидней. Да, это не посолидней намного. Смотрится корпус. Ну что, внешних повреждений у нас никаких нету. По весу у нас. О, красота. По весу для одного, да? Да. Что у нас? А, крышка снимает. Скорости, так, она передняя, задняя. Так. Ну что, сейчас будем его обслуживать. Слот оценяется у нас бак. То есть тут уже, видите, есть готовый привод, куда-то оценять бак. Все, кстати, вот в такой резиночке. У меня есть вот кран, да? Это подсос. То есть его открываешь? Кранчик, да. А, вот он закрытый. Вот так он. То есть такая резиночка, кстати, удобная. В плане, у нее эта штука всегда забивается. Мотор чуть положишь, нет, на песок или что. Тут видишь? Вот тогда все. Смазано все. Ну, сейчас мы его повесим, будем, как по инструкции, будем менять масло. Не менять, заливать масло много, да. Так, сейчас крышечку мы снимем. Посмотрим, что там внутри у нас. Ты что у нас? Почему бак такой? Кстати, к свече очень доступ удобно. Да, у меня, кстати, в Ямахе доступ вот где-то вот здесь вот. Неудобно. А здесь прям вообще открыто. Вот. И это у нас катушечка. Это что, такой зеленый мотор? Я там подсос. Ну что я могу сказать, китайцы молодцы. То есть получается, подключать можно как и внешний бак, так и родной бак. Не открывая крышку, получается. Ну да, он, видишь, ну, он, да, ладно. Тут стоит тройничок.
Вообще, не знаю, я не плавал, конечно, таких, но говорят, всегда наливают половину, как бы на том баке плавают. Если бензин заканчивается, переключают на этот бак, и на этом всегда можно доехать, чтобы... Сами знаете, можно увлечься, в плане ловли троллингов, можно, знаете, когда утроллить. Ну, как бы вот пока внешний осмотр у нас такой. Мы вот повесили его сейчас на бочку, вроде ровно висит. Сейчас найдем эти пробочки, которые откручиваются. По-моему, вот она и вот она. Да? Вот он, да. Сейчас я вниз туда качаем, пока отсюда не пойдет. Сейчас мы сольем то, что там есть. Ну да. По-моему, там она не очень много должна быть. Кстати, предлагаю воспользоваться сейчас ремкомплектом, который там есть. Ну давай, да, попробуем. К тому, что это. Винтик такой. А винт, как у тебя на тройке, да, стоит на Ямахе? Да, я, наверное. Похож. Ну, я думаю, шаги. Нет, винт. Не такой. А, ты по размеру такой, наверное. Да, шаги, значит, винта меняются, я так думаю. Кстати, крышку пока не будем ставить. Я думаю, пока без крышечки. Вот. Ладно, сейчас мы все подготовим. Вот инструкция показана, что вот ты должен быть, по идее. Нет, там есть еще, можно заказать бак. А, там вот вижу. Бак можно заказать, кстати, отдельно. Но просто я не стал заказывать, так как бак у меня как бы есть. Так, ну на русском тут нет у нас инструкции, показано в картинках. Но я думаю, в принципе, в картинках можно разобраться. Это вот порядок действий завода мотора. То есть открываем крышку, открываем подсос. Точнее, краник, да. Либо накачиваем грушей. Грушей. И открываем вот это вот. Угу. Так. Вставляем чеку. Чеку. Потом нейтральную скорость делаем. Угу. Ставим ручку в положение завода. Это потом мы продемонстрируем. Угу. Дальше шаг у нас. Подсос вытаскиваем. Заводим. Да. Если он это должен у нас охлаждение. Чтобы вода. Да. И включаем первую, вторую скорость. Ну это да, это уже последнее. Это уже все. Ладно, сейчас пока меняем масло. Что, откручиваем сначала верхнюю пробку. Легко, да, идет? Mm-hmm. Ну, не затянут. Запись идет? Угу. Прокладочку, кстати, вот эту прокладочку главное не потерять. В принципе, найти, конечно, такие прокладочки сейчас не проблема, но лучше не потерять. Давай, сразу стаканчик. Ребята, а масла там нету. Либо холодно сейчас. Либо очень холодно, да. Потому что масло не выливается. Ну, сейчас мы будем добавлять это масло. Да, пока. Возможно, холодно. Я думаю, масло там все равно новое. Да, мне... Первую заливку нам все равно, потом после обкатки его менять. Цвет масла, вот, пожалуйста, там прозрачный. Да, масло чистое все. Так, ладно, сейчас накачаем масло шприцей и будем добавлять. Вот такое масло у меня с моего мотора осталось. Маховское. Делаем мы следующее. Вставляем в нижнюю. У нас просто отрицательные, как бы. Вот. Температура не отрицательная, правда? Плюс 5. Масло, конечно, не такое жидкое. Масло тоже трансмиссионное. Оно вообще там удавляется. Это же откручивать надо. А, вот. Нет, что ли? Не, не, вот, вот этот крути. Там что будет? Пробку вот эту вытаскивать. Масло пошло. Ага.
Как пробку мы вот такую вот вытащили. Я забыл, что вставил вот эту пробку, чтобы масло не выливалось. То есть вставляем мы ее туда. А поглубже. Ну, начинаем как шприцом накачивать. Вот туда побежала. Накачиваем до того момента, пока отсюда не побежит масло. То есть шприц потом этот не выбрасывайте. Можно будет сюда купить масло. Стоит, да. Стоит оно. Но шприц оно стоит гораздо дороже, чем это. А ну еще это. Я видел, что это клизмы накачивают. Клизмы и медицинским большим шприцом. Так, ну что, масло показалось. Чтобы не испачкать мотор, надо сразу закручивать вот эту пробочку. То есть сначала закручиваем верхнюю пробку, правильно? Да, сначала верхнюю. Зато из-за того, что если мы сейчас верхнюю не закрутим, будем на нижнюю, из-за нижней сейчас не спалится масло. Сейчас закручиваем верхнюю. Сильно, смотрите, чтобы призму не сорвать. Вот так вот. Так, вот теперь аккуратно, быстренько закручу. Она, в принципе, так вот. Идет потихоньку. Холодно. Прохладно. Очень холодно. Масло замерзшее. Да, все это лучше делать, там, чтобы плюс 10 хотя бы было. Да, и опять же, если сразу... Если плюс 10, сразу она будет... Тут даже хорошо, что такая погода, чем масло так быстро не выливается. То есть можно как бы особо не торопиться и все это делать. Такой вот шприц. Сейчас я куплю еще масло, сюда налью. Все это дело проработает, да? Я думаю, один день я поплаваю на таком масле. Потом, ну да, все да. Надо будет слить дело и налить нового масла. Посмотреть, чтобы не уходило нигде ничего. Да. Все, мы сорвали. Так. Вот. Так, все, мы тянули. Так, пока давай протянем, потому что транспортировка мотора будет. Посмотрим. Все у нас все закручено. Особо усилий не надо, так просто вот. Да, проверим. Смотреть, да, что просто у нас. Мало ли что. По крайней мере, посмотрим, все ли болты затянуты. Во, так, здесь у нас все затянуто. Ну, а здесь, в принципе, такие части, которые... Вот, видите? Вот так вот. Аккуратнее, ничего не сорвите. Ну, стартер уже стоит, видишь, современный такой. Ну, да. На мотор. Потому что вот есть у меня Ханкай 3,5 силы, который я называю с движком от газонокосилки. Это мой первый движок. Вот тут вот видео есть, где я на него плавал. Ну, кстати, для начинающих, как бы, купил его там за 10 тысяч. Я был безумно рад, плавал, и красота. Так, а вот здесь у нас стоят шпилечки, так что смотрите особо, то будете притягивать. Ну как бы так. Сейчас мы тогда разбавим масло. При обкатке разбавляется 1 к 50, правильно? 1 к 50, Не, 1 к 25. Да. То есть, когда вы ловите 1 к 50, а когда обкатывается 1 к 25. То есть, получается, на 1 литр масла 25 литров бензина. Ладно, сейчас разбавим, будем заводить. Так, есть у меня вот бензин. Получается у нас на 5 литров. А если, когда мы плаваем, то мы добавляем 100 грамм. Для обкатки 1,25. Значит, надо добавлять 200 грамм. Так как бензин у нас уже разведенный, и канистра у нас не полная. То есть мы сейчас добавляем туда еще грамм 70. Масло. То есть я всегда так делаю. То есть на 5 литров на эту канистру добавляю 100 грамм, то есть половину вот этого стаканчика.
так как обкатка, то масло надо добавлять побольше. Вот пригодилась леечка, которая шла в комплекте. Соответственно, 10-литровую канистру мы вливаем полный стаканчик, а 20-литровый бак у меня от большого мотора, от Хидея, туда мы добавляем 2 таких стаканчика. Что, разворачиваю, да, лодку? Сейчас перемешаем вас. Да, сразу хочу сказать, видишь, крышечки неудобно. То есть, если грушу качать на водоеме, то удобно. Грушу вставил, накачал. Если будешь наливать, потому что у меня тройка, из такой этой, вот это вот очень жестковато. Да? Поменять. Да, это просто вот, ну, эту штучку поменять. Эту штучку поменяете, да, чтобы крышечку так повесил. Ну, я думаю, что я подсоединю бак и. Ну да, если бак подсоединен, это вообще можно не заморачиваться. Ну что, в одного легкий? Да вот, пожалуйста, возьмем. Мотор легкий, реально, в одного, это, я думаю, вообще без проблем. Вода. Сейчас не беру. Стой, чтобы он не мешался. Тихо, вода там, в моторнике. Надо сейчас досочку какую-нибудь подставить, чтобы удобнее было. Поставим такую досочку. Затянули, стоит все у нас. Добавляем бензин. Интересно, скорость, быстро это заяц нарисован, а медленно видите, как черепашки. То же самое на мотоблоке нарисован. Леечку на канистру. Так, размер сколько тут топливного бака, вам так не скажу. Ну, я так думаю, вот по сравнению с 5-литровой канистрой, я думаю, 3 литра по-любому. 3 литра. А? Ну, напишу я на видео. Такое, ну, даже, мне кажется, больше. Для сравнения, у меня в Ямахе, который 3 лошади, бак 400 литров. Где-то так. Литр. Да не, наверное, 3. Да, а здесь вот, так что я думаю, так что на этом баке. Так, закручиваем. Делаем ставки, как говорится, кто мотор тестирует, делает себе ставки. Мы его тоже никогда не трогали. Да, с какого раза заведется. Давайте так. Все проверим еще раз. Так, что там было написано? Открываем кран. Кран. Как у нас кран? Так закрыт, так открыт. Там нарисовано. Да, да, ну, вот закрыт. Открыт. Но с первого раза он не заведется по-любому, потому что, я думаю, бензин даже в карбюратор еще не поступил. Чеку. Без чеки мы его тоже не заведем, я думаю. Для чего служит чека, я думаю, рассказывать не надо. То есть он цепляется, если, не дай бог, за борт упали. Она вырывается, и мотор лохнет. Правильно? Да. Ставим, чтобы он не мешался, в данный момент вот так вот вставляем. Вот. Открываем подсос. Открыли. Режим завода. Ну, здесь. Хозяин мотора. Порежу.
А, подсос. То есть когда схватил, подсос надо убирать, да? Да-да-да. Ну немного, видите, неправильно надо, да? То есть когда схватил, подсос надо убирать. Ну, неправильно надо, да? Да, неправильно. Пробуем еще раз. Вот я сейчас убрал скорость, и ты его сразу завел. То есть, если не заводится так, убирайте скорость на медленный, ну, то есть вообще скорость убирайте на холостых. Так, смотри, давай еще раз. А сейчас он нагреет еще. Надо смотреть, главное, чтобы вода отсюда шла. Идет ли охлаждение или нет. Да-да-да. Перед обкатки, я думаю, что у всех так. Я покупал мотор, у меня тоже он так работает. Ну, мы его первый раз завели. И смотрите, сразу, чтобы не было там бензина, там масла. У нас вот просто там есть водичка, чисто случайно попало. А так вроде все супер. Ну, попало нам, потому что мы сразу крышку не закрыли, нам как бы было интересно. Так, когда крышка закрыта, я думаю, никакой этот не попадет. Тут идет резинка плотная, то есть брызги эти все. Не страшно. Вот, тут даже, кстати, нарисовано, нет. Тип старт в таком режиме, нейтраль должна быть. Прошло где-то около полчаса. Хвостых оборот. Он поработал. Сейчас будем пробовать включать скорость. Включили мы первую скорость. Теперь надо, чтобы он работал на скорости. Еще, думаю, в районе полчаса. Работает задняя скорость. Ну все, пусть стоит еще на скорости сейчас. Думаю, полчасиком поработает. Ну что, прошло еще где-то минут 30. Думаю, на этом обкатка в бочке закончена. Дальше мы будем его обкатывать уже на воде.
Сейчас мы его заглушим. Заглушим. Попробуем завести. То есть газ у нас убран, ни подсоса, ничего нет. Завелось у нас все. С первого раза. Еще раз давайте. Ну и контрольный раз. Как говорится. Третий раз. Вот такой вот мотор. Дальше мы будем испытывать его на воде. Я думаю, погода нам позволит. Тут конец октября. Ну. В этом году мы его на воде тоже испытаем. Заодно половим троллингом.